Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Подписывайтесь, если вы здесь впервые. А в этом видео я покажу вам маникюр с Микки Маусом. Выполним рисунки гель-лаком. Итак, для первого дизайна покрываем ногти нюдовым цветом. Затем обводим черный гель-краской для стемпинга по периметру ногтя. Сушим на этом этапе в лампе. Затем схематично будем рисовать Микки Мауса. Ставим крупную каплю кистью из флакона и тонкой кистью выводим круг. Теперь будем использовать дотс. Набираем каплю на крупный шар и рисуем ушки. Если требуется, дорабатываем тонкой кистью. Сушим в лампе и выполняем тонкую прорисовку черной гель-краской. На этот дизайн я использовала матовый закрепитель. Приступаем к следующему. Наносим плотный белый гель-лак. Теперь нюдовым цветом ставим кляксы в свободном порядке. Но располагаем с одной стороны. Используем гель-паутинку. Наносим вертикально и сушим в лампе. И теперь тонкой кистью рисуем схематично Микки Мауса. Теперь кистью для градиента гребешок поставим такие точки-кляксы. Для более мелких деталей берем поменьше кисть, сушим и закрепляем матовым топом. Следующий дизайн покрываем ногти нюдовым цветом. Я это сделала в два слоя. Сушим и рисуем силуэт головы Микки Мауса.
Заключительный дизайн также будет схематичный. Белый ноготь. Кляксы нюдовым цветом. Ставим черные точки при помощи дотса и также добавляем ушки дотсом. Благодарю вас за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до новых встреч в следующем видео.